Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Так, у нас остается совсем мало времени для того, чтобы пройти испытание. 8 часов 44 минуты. Поэтому, если не сейчас, то уже я не пройду, потому что очень сильно загружен работой. Так что, друзья мои, сразу же давайте приступим к прохождению. Так, нам здесь осталось пройти мини-боссика и босса. Вперед. Причем там еще, ребята, одно испытание есть. Так, сейчас мы посмотрим, кто у нас тут. Угу. Водорез, Костолом и Шторморез. Так, ну что, поехали. Быстренько попробуем пройти с тобой. Костолом выпендривается. Так, это терпимо. Так, водорез начинает выпендриваться. Его нужно уничтожить. Так, минус. Не забываем, что это еще только первая волна, а их две. Так, наверное, мы все-таки Костолома попробуем наказать. Так, сейчас укусит. Слушай, нам нужно хилять. Иначе... Хотя, погоди. Наверное, справимся, успеем. Нет, все-таки придется залечивать раны. Атакуем. Видишь, что творит? Так, захиливаемся. Атакуем. Я думал, добьем. Не тут-то было. Так, ладно. Что же нам сделать? Понизим броню и добьем. Ё-моё. Лаварык, Костолом и Скалотряс. Давай, наверное, вот так будем делать. Плюс отхил. И атакуем. Сейчас они тут втроем начнут. Пока терпимо. Так, Лаврык куда пойдет? Отлично. Нам нужно добить в первую очередь Скалотряса. Ну-ка, если так. Не хватает. А Костолом, я так понимаю, сейчас будет делать разбег. И куда же он побежит? Угу, вот так вот сделал. Слушай, ну это даже хорошо. Давай захиляемся. Ну, что там стоишь? Атакуем сюда. Понизим броню. Добьем. Ну и Лаварыга, естественно, ребята, мы уже с полточка добьем. Атакуем. Понижаем броню, как всегда. Еще одна атака. Ну все, крышка, короче, ему. Ну что, впереди у нас остается один бой. Это будет босс и победа. Давай-ка крутанем колесо. Посмотрим, что нам здесь выпадет. А это будет именно рыба. 175 миллионов. И переходим на последний поединок. Босс. Интересно, кто там у нас будет. Ну и в конце награда у нас будет ареновский пак. Два громобоя. Две волны. Тут Костолом, два громобоя. И на второй волне, видимо, будет Босяра уже. Так, давай-ка прикинем, кто у нас тут самый-самый противный. Ну, естественно, это громобои, потому что они, ребята... Имеет массовую атаку, правда, зеленый, я не уверен, но вот этот 17 уровня слишком мощный. Так, смотрим. Начинается у них, да? Так, нам нужно хильнуться. Обязательно. Нужно будет этого в конце, наверное, все-таки добивать. Так, укусик.
Ну, давай понизим броню, так уж и быть. Добьем. Твою налево, а? Нам нужно здоровье восстановить. И понизить ему броню, естественно. Он барсика будет атаковать. Ты посмотри, что творит, а? Он никак не успокоится. Ну-ка, барсик добьешь? Добьет. Ёк-макарёк, друзья мои, вот это да. Слушай-ка, я даже не знаю, наверное, нам придется сделать вот так. Слушай, ну тут слишком сильные противники. Наверное, начнем с шепота смерти. Хиляться пока не будем. Нам нельзя давать возможности вот этому ходить. Криво-криво. Это будет слишком больно для всех. Ё-моё. Посмотри, что вытворяют. Так, ты кого будешь атаковать? Кривоклыка. Ах, ты чуть-чуть не добили. Ладно, сделаем с тобой отхил. Опа-на, промахнулся парень. Слушай, это нам на руку было, что он промахнулся. Так, здесь понижена броня. Так, хилку. Да, врубаем хилку. Слушай, сейчас мы будем на него вешать слепоту. Если успеем, блин. Так, секундочку. Потом ходит он, да? Блин, я боюсь, вот так надо делать. Да что такое, почему я не могу повесить? Не хватает энергии. Куда она потратилась-то у меня вся вдруг, а? Скажи-ка на милость. Так, он сейчас опять свой фаербол, нет? Нет, ну все, тогда он, ребята, полностью наш. Мы вешаем на него слепоту и после этого начинаем разбирать. Разбирается он очень-очень медленно. Посмотри, сколько у него хп. Не тут-то было, парень. Захотел он тут фаерболами меня наказать. Просто обычными ударами мы его, друзья, сможем разобрать. После этого хода мы опять вешаем на него слепоту и продолжаем бомбить. Так, стоит ли нам с тобой понизить ему броню? Стоит. Потому что сейчас мы его с тобой добьем. Все, друзья мои, это испытание у нас пройдено. Ну что, давай крутанем колесо. Посмотрим, что нам выпадет здесь. 125 миллионов рыбы. Ну, допустим. И забираем с тобой ареновский пак. Так, и что у нас тут? Содержит элитных. Кревет, громель, древоруб, лаворык, водорез. И все. Так, следующее событие у нас доступно. Ребята, у нас доступно выживание еще ко всему прочему. Но тут уже можно спокойненько пособирать ресурсики. Так, парень, лети-ка ты, наверное, за металлом. Так, ветрокрыл полетел. Так, громель. Древоруб. Тоже пускай летит. Костолом. Так, здесь-то у нас что? Сарделька просто так сидит. Ох ты. Блин, ну почему не 10 металла, а, ребят? А какие-то руны. Блин, ты прикинь, если бы у нас бы выпало бы здесь 10 металла, и мы бы смогли выиграть. Было бы круто. Так, Грамгильда, ты будешь у меня переходить в титаны сегодня или нет? Да ладно, неужели? Все, друзья мои. Грамгильда стала у нас титаном. Страж Грамгильда. Вот так ее теперь величать. Так, надо этого, наверное, прокачивать. Пускай летит, качается. Не понял, чего? А, древесины не хватает. Твою дивизию.
Не хватает. А здесь то же самое. Хотя, подожди-ка. Грэм Гильда может пойти обучаться. Так, ладно, давай посмотрим, что мы тут еще с тобой можем сделать. Беззубик обучить 400 миллионов древесины, чтобы получить 80 уровень. Это что-то слишком как-то дорого. Так, лети за рыбой. Скалотряс, ты там что, крутишься? Громобой получает у меня 85 уровень, отлично. Лети за рыбой. Да, лети за рыбой. За древесиной. За рыбой. Давай, давай. Так, тебя куда? За древесиной. Так, вес на чёс. Ну, тут все понятно. Этому я не удивлен. Так, пускай идет дальше, прокачивается. Сейчас, друзья мои, всех отправим на прокачку вначале. Ах ты, не хватает. Нам нужна древесина. Причем очень много. Так, надо здесь, кстати, награды забрать нам. 25 рун за третий день. Допустим. Так, здесь открываем с тобой... Подожди, какое? Я говорю, бесплатный пак нужно открыть. Вот он. Монеты Одина и сама начинка. Так, крылатый ужас, престиголов, громорог. И все. Очень мало почему-то стали давать нам драконов. Так, ну что, сразу еще бесплатный. Так, монетки. А внутри престиголов, древоруб, дымодышащий. И ресурсы. Так, кто это у нас? Размягчитель. В последнее время только он нам и выпадает. Я его отпускаю. Причем сразу же. Так, посмотрим, что у нас там легендарные притащили. Сломанный меч, тусклый янтарь. Иди дальше, ищи. Так, и второй, что нам принес? Перышки. И опять же тусклый янтарь. Так, все, пускай ищет. У тебя что тут на обмен? Ничего абсолютно. Приближается событие. Через 6 часов. Блин, ну ты посмотри, сколько нам здесь всего еще нужно. Этих 10. 16 каких-то фруктов. 4 льда. Топориков целую кучу. Вместе с копьями. И вот эти вот топорики. Да, дофигище. Так, заберем награды здесь. Раз. Два. И три. Многие задают вопрос: Рэй, почему нету долгого видео? Ребята, целая неделя была загружена работой. Я просто, ребят, работаю по 12 часов. Прихожу домой и вырубаюсь. Нет сил даже что-то делать, поверьте мне. Вот сейчас тоже мне идти в ночь на работу, ребят, но я просто встал пораньше. И есть как бы пару часиков свободного времени. Поэтому и записываем. Сегодня у нас будут что? Драконы-всадники Олуха плюс черепашки-ниндзя. Это 100%. Ну а дальше посмотрим, на что у нас хватит времени. Так, давай-ка мы еще что-то тут не забрали с тобой. Окей. Так, я вот думаю, пойдем ли мы с тобой... Да, я, наверное, пойду на событие следующее, на выживание. Будем его пытаться пройти. Насчет арены я уже не знаю, ребят, пойдем ли мы сегодня на нее. Так, нам нужно еще кого-то прокачать же. До 85 уровня. Только вот кого? Сколько нам не хватает вообще? Ребята, всего одного дракона нам не хватает, чтобы... Твою налево. И кто же это будет? Кого быстрее можно прокачать? А мне кажется, что вот этого вот... Нет. Вот, штормореза. Ну-ка, вернись. Обучить. У нас хватает металла? Да, хватает. Пускай идет и обучается. Вот его-то мы как раз и будем прокачивать до 85 уровня. Или же вот этого.
В общем, два кандидата есть. Так, ладно, ребят, у нас событие, выживание. Так оно коротенькое. Поехали, будем смотреть. Оно короткое, наверное, 6 волн, как всегда, здесь будет. Ну-ка, проверим. Да, ребята, 6 волн. Громорог и тройной удар здесь. Ну что же, погнали. Так, у нас с тобой есть одна груша и прилив сил. 5 штук. Не знаю, хватит ли нам этого. Так, громорог. У них пока здесь уровень маленький, 12 всего лишь, поэтому разбираться они будут здесь с полтычка. Так, атакуем. Добиваем. Так, вторая волна. На громорога мы пока с тобой не отвлекаемся. Нам нужно убить в первую очередь, естественно, тройной удар. Будем начинать именно с него. Так, выпендривается, да? Ну, а теперь уже берем громорога. Будем его уничтожать. Хиляться нет, нам пока не надо. И добиваем. Смотри, что творит. Так, третья волна. Опять то же самое, да? Окей. Понизим броню. Уже уровень, кстати, 14. Так, а вот и громорог. За счет него надо будет хильнуться нам. Так, делаем отхил. И добиваем. Четвертая волна. Их уже здесь трое. Два громорога плюс тройной удар. Окей. Так, опять же, нас интересует именно тройной удар. Давай так сделаем. Так, он промахнулся. Сейчас, наверное, скоро будут бафаться, мне кажется. Блин, да почему же мы его добить-то не можем все? Так, давай просто укусом. Ага, не получится, давай так тогда. Поехали. Хорошо, у них слабые атаки. А этот 16 уровня. На четвертой волне уже 16 уровень имеет. Да, это перебор. Ну что ты там делаешь? Опа. Сильно ударил. Так, это, ребята, пятая волна. Опять 16 уровня, а? Промахнулся. И, естественно, тройной удар, ребята. Именно его уничтожаем. Потому что если он начнет массовое отравление делать, нам здесь не поздоровится. Так, они хотят мне штормореза убрать. Вот какая у них цель. Давай тогда вот так сделаем. Подожди. Мелкого, наверное, уничтожим, да? А потом займемся этим покрупнее. Так, понижает атаку. Погнали. Да что ж ты будешь делать-то? Давай добьем, наверное. Ну, что ты там придумал? Понял тебя. Так, залечиваем раны. И добиваем. Шестая волна. Кто тут у нас? То же самое, да? Все. А это, наверное, будет сейчас штормарей забомбить. Вот он до него докопался просто, а. Так, это 16 уровень, что-то какой-то он крепкий здесь. Так, если что, нам нужно будет применить с тобой грушу.
Чтобы захилять тормореза, иначе крышка нам. Так, а этот куда будет бомбить? Сюда, да? Нет, он поменял цель. И это хорошо. Так, ну что, пора этого добить. 17 уровень уже. Твою налево. Ну ты-то куда? Поехали. Раз. Два. Три. Ну что, Громорок, ты остался один. И, по-моему, тебе крышка. Здесь ты уже ничего против нас не сделаешь. Так, последний твой удар. Угу. И добиваем. Ну что, друзья мои, первая победа у нас тут. Мы продолжаем. Крутим колесо и смотрим, что нам тут выпадет. Плод мудрости, отлично. Так, мы забираем с тобой 200 баночек со светлячками. Окей. Дальше у нас идет награда в 150 рун. Ну что, пойдем поборемся. Потом еще одуванчики, кстати, какие-то там интересные нам будут даваться. Так, 6 волн. Так, а вот здесь, ребята, будет похуже. Здесь у нас есть шепот смерти, который, как мы знаем, на трех энергиях может делать суперудар. Тут будет очень сложно выжить, кстати. Но мы постараемся. Интересно, что у этого за суперудар? Так, пока они слабенькие, они нам урона не наносят. Так, ну-ка, укусик. Посмотрим. Просто атакует. Я просто думал, что он будет делать суперудар какой-нибудь, но нет. Вторая волна. Так, их пока двое, еще же третий добавится потом, да? На пятой или на какой, на четвертой волне. Так, уже начинает помаленьку наносить урон. Окей. Так. Этот пока слабенький. Вот этот вот противный. Лезет тут. Так, хильнуться может? Давай захиляемся. Хоть у нас и было, в принципе, здоровья и так много. Так, добиваем. Третья волна. Сейчас мы этого будем ушатывать. Поехали. Так, хиляться я пока не буду. Уничтожаем. Ну что ты там дергаешься? Вот ты что делаешь, да? Так, атака. Давай, наверное, здесь хильнемся все-таки. Чтобы у нас было фул хп для следующего поединка. Промахнись. Нет, он понизил мне атаку. А вот, ребята, их уже и трое. И здесь еще и тройной удар присоединяется к ним. Нехорошая перспектива. Очень нехорошая. Так, захил. Дальше. Нам нужно его быстрее добить. Твою налево. Значит, ждем суперудара. А, нет, он потратил энергию. Отлично. Так, тройной удар. Это четвертая волна, еще две волны впереди. И там будут они мини-боссиками уже. Сейчас мы посмотрим, у этого вообще, ребята, понижена броня, понижена атака. Хильнемся. Раз. Так, что ты там дергаешься? Отлично. И... нет, хильнемся лучше. Так, а вот и пятая волна. Твою налево, какой ты здоровый, а? Так, они начинают атаковать почему-то Барсика. Что он им такое сделал, что они именно на него озлобились?
блин, не успел добить, ребята. Сейчас будет жесть. Хотя... Смотрим. Ага, вот что он сделал. Я думал, он будет атаковать. Но нет. Так, тройной... Давай вот этого, наверное, нахлобучим с тобой. По-быренькому попробуем. Если получится. Нам нужно хильнуться. Так, есть такое дело. Так, тройной удар. Он остался один. Блин, сейчас, ребята, по-моему, будет от него супер удар. Ты посмотри. Слушай, а что-то они не делают здесь супер удары. Может быть, они без применения своих специальных ударов, а здесь, на выживаниях. Блин, у кривоклыка у меня мало здоровья, кстати. Оу-оу-оу, тихо. Хиляем. Так, это последняя волна, да, получается? Тут последняя волна. Блин, они жирные. 17, 16, 15 уровень. Посмотри, что творят. Так, хиляемся. Ну что, давай все-таки тройной удар будем с тобой разбирать. Потому что этот особо не вякает. Единственное, что он может, это, конечно, понизить бронь. Ой, понизить нам атаку. Так, хиляемся. Ох, ёк, макарёк, нифига он бомбит. Ты видел, сколько отнял здоровья? Так, что-то мне это все не нравится. Ну что, будем жертвовать кривоклыка? Наверное, будем. Почему жертвовать, ребят? Потому что я не буду его отхиливать. Этот его уничтожит. Промахнулся? Ты серьезно? Тогда извиняйте. Очередная победа. Так, крутанем и посмотрим. Нам выпадает рыба. 175 миллионов. Ну что, забираем с тобой руны. Так, подожди, по-моему, и одуванчики я должен забрать. Ведь так получается. Так, 150 рун лишними не будут. Что это за цветочки такие? Потом посмотрим на почте. Ну что, и последний поединок у нас с тобой. После него мы получаем пак. Я так понимаю, это пак редких идет. Так, что-то старая знакомая команда у нас здесь. Опять же, шепот смерти и тройной удар. Слушай, по-моему, первая атака была именно такая. Самый первый бой у нас здесь был именно такой. Только, по-моему, шепот смерти стоял вот с этой стороны, а тройной удар вместо шепота смерти. Вот так вот это было. Ладно. Нам какая разница, да? В каком распорядке их уничтожать? Ну что ты там дергаешься? Ох ты, жучара. Так, укус. И добивка. Так, ребят, вторая волна. Что ты там пыхтишь, как самовар, а? Скажи-ка мне на милость. Распыхтелся он. На-ка, выкуси. Промахнулся. Ну, 13 уровень, правильно? Сосунок еще не дорос. Добьем? Добили. Так, третья волна. Уже начинает потихоньку наносить урон. Окей. Так, ну естественно, мы с тобой добиваем шепота смерти и уже переходим на тройной удар. Поехали. Понижаем броню. Блин, было бы круто, если бы у нас еще был бы дракон, который смог же понижать атаку. То есть мы могли бы понижать броню и атаку, и вообще практически дракона обесценивать. Так, ребят, о-о-о, два тройных удара. Вот это уже заявочка. Это, друзья мои, уже заявочка. Тут нам не разорваться. Блин, понижает броню. Так, ладно, сейчас этот сходит. Мы его добьем.
Ну и начнем потихоньку. Хотя лучше нам, наверное, хильнуться. Раз. Два. И то промахнулся. Так, одного мы сейчас добьем. Остается последний. Так, ну что, укус и добивка. Ребята, пятая волна. Предпоследняя. Поехали. Уничтожаем шепот смерти для начала. Так, хильнемся. Окей. Все как-то паршиво, а? Ну что ты там? Накидывает, да? Понижение защиты, точнее, атаки. Накинул. Так, мы его уничтожили. Смотри, что творит, а? Давай, наверное, мелкого для начала. Шлепнем. Так, ну теперь остается вот этот вот. Так, атакуем и отлечиваемся. Прекрасно. Как ты достала, а? Друзья мои, последняя волна. 18 уровня. Нифига ты, парень. А этот 17-го. О-ля-ля, это проблема. А ты какого? 15 уровня. Ты посмотри, как они бомбят, ребята. Очень сильно. Атаки просто какие-то сверхнебесные. Так, ладно, давай залечимся. Ну, здесь, естественно, начнем с мелкого, я так понимаю. Так, я надеюсь, никакого суперудара не будет. Нет. Так, барсик в атаку. Понизить. Ладно, давай сделаем вот так. Опа, по-моему, ребята, шторморезу крышка. Нет. Нам повезло, что этот стал бомбить барсика. Так, залечиваем раны. Кого атакует? Он все-таки барсика, да, решил? Ну что же, барсик, ответим достойно. Понижаем броню. И добиваем, друзья. Все. Прошли мы с вами полностью это событие. Крутите колесо, и выпадает нам прилив сил. Отлично. Ну что же, спасибо, и забираем уже с вами пак. Сразу откроется или на почту? На почту полетел. Ну что, друзья мои, новое изваяние. Забираем. Да, это какие-то обычные цветочки, ребята. Просто поставим их сюда. Вот так вот. Естественно, они нам ничего не дают. Это просто как здание. Так, и откроем с тобой вот этот вот наборчик. Редкий. Ох ты, 750. О, железо. А это еще что такое за статуэтка? Опа. Модификрылка. Премиум. О, вот это круто, друзья мои. Вот это круто. Разместить. Модификрылка. Такого дракона у меня не было, ребята. И это классно. Ну-ка, давай-ка мы тебя покормим. Как ты хоть там выглядишь, можно посмотреть? Вот как. Да, ребята. Премиум дракон нам выпал. Это классно. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой парящего прихвостня отправим обучаться, если пока у нас место есть. Так, и вот этого прихвостня. Ага, все, академка забита. Так, друзья мои, хотелось бы еще, конечно, поиграть на арене. Подраться, так скажем. Но так как у нас с тобой событий больше не намечается, мы, наверное, уже оставим это на следующую серию. Да? Будет, я думаю, справедливо. Единственное, что вот мне нужно
что-то делать с беззубиком. Прокачать я его не могу, потому что нужно 400 миллионов древесины. Тогда мы его отправим в приключение. Бухта драконьего края. Пускай летит. Сарделька, а ты что у меня здесь сидишь, горюешь? Лети тогда в приключение тоже. Недра тьмы. 200 рун? Нет, это слишком дорого для меня. Так, начать обучение. Блин, не хватает, ребята, у меня древесины. Вряд ли я сейчас насобираю 22 миллиона. Тогда мы просто отправим в приключение. Пускай летит. Как-то так. Последнюю забираем с собой награду здесь. Ну, вроде бы как и все. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.